друзья! Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня мы поговорим про сетку. В Adobe Illustrator есть возможность наложить на ваш лист сетку и потом по данной сетке работать и рисовать какие-либо объекты. Как это делается? Сетку можно вызвать двумя способами. Во-первых, с клавиатуры. Вы нажимаете Ctrl и кавычки, либо же буква A, если это российская клавиатура. У вас появляется сетка. И точно так же она убирается. Ctrl плюс кавычки. Также в окне также в верхнем меню «Просмотр» у вас есть «Показать сетку». И здесь показывается то сочетание клавиш, которое работает. У вас выскакивает сетка, и также через просмотр можно ее убрать. Когда у вас появилась сетка, что вы с ней можете делать? Вы можете ее настроить. В настройке находится «Редактирование», «Установки», «Направляющие» и «Сетка». Заходите туда. И смотрите внимательно, здесь есть возможность настроить, через какое расстояние у вас будут маленькие ячейки и как будет настроено внутреннее деление. То есть вы можете задать то, что вам нужно. Смотрите, сетка поменялась, стала крупнее. Настраивайте так, как вам нужно и работайте. Очень часто это спрашивают конструктора и технологи для того, чтобы прорисовывать какие-либо схемы. Крайне удобно. Если она вам больше не нужна, вы ее скрываете и получаете чистое изображение. Надеюсь, вам это будет полезно. Чтобы узнать больше, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.